Арқаның кербез сұлу Көкшетау елі, Сарыарқа жері, баршаларыңызға қайырлы таң, ассалаумағалейкум. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгін күн сәрсенбі, сәтті күн. Эфирде Көкше нұры таңғы танымдық ақпараттық саздық бағдарлама. Эфирде Мадина қыздарыңыз және мен Мейрамбекұлдарыңыз. Доброе утро, дорогие телезрители! Рады приветствовать вас на телеканале Кокше. В эфире утренняя программа Кокше нұры. А для того, чтобы зарядиться отличным настроением, начнем утро с хорошей песни. Я, оғынсаң, әр күн берілген бәлкім адамға жаңа мүмкіндік жоғалтпай, уақытын кілтін таппақтың кілтонын адамгершілік деген. Қадырменді қатарымызға енді қосылып жатқан біздің көзқарақты сүйікті көрермендер, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгінгі күнді жіберіп алмай, мүмкіндіктеріңізді оңтайлы пайдаланып, өмірлеріңізді жақсы жаққа өзгертуге тырысыңыздар. Да, дорогие телезрители, хотим напомнить вам, что у вас есть возможность поздравить своих родных и близких с важными событиями, написав нам на номер, который видите на экране, а мы, в свою очередь, поздравим в эфире. Ну а сегодня на календаре 26 ноября, вторник. Сегодня отмечаются такие праздники, как Международный день гитариста, День учителя в Испании, День морской пехоты в России, а в США отмечается такой интересный праздник, как Дурацкая среда. Наверное, навредила среда кому-то. Бәлмеменді, сәрсенбіге әртүрлі адамның өзіндік пікірі бар, бізде сәрсенбіні сәттігін десек, ал Америкада міне осындай қисынсыз күнге балайды екен. Сонымен қатар бүгін гитарашылардың мерекесі, керемет енді гитара өнімен қаншама нәзік жандылардың жүрегіне жол таба білген жандар. Керемет мерекелер тағы тарих сахнасында осы күн қандай елеулі оқиғалармен есте қалған екен. Бірге білейік.
27 ноября в 1963 году в Алматы был открыт литературно-мемориальный дом-музей Мухтара Ауэзова, ныне научно-культурный центр «Дом Ауэзова». В этом доме писатель жил с 1951 по 1961 год. Здесь была завершена эпопея «Путь Абая». В этот же день, в 1992 году, в ауле Карасас Нарынкольского района Алматинской области был официально открыт музей выдающегося казахского поэта, писателя и переводчика Мукагали Макатаева. 27 ноября в 1940 году родился Брюс Ли, популяризатор и реформатор в области китайских боевых искусств, гонконгский и американский киноактер, режиссер, сценарист, продюсер, постановщик боевых сцен и философ. Доброе утро всем, кто только подключился к нашей программе «Время говорить о гороскопе». Сегодня лучше посвятить свое время неспешным и размеренным делам, концентрации на духовных проблемах, да и просто выспаться и отдохнуть. Такие сегодня пожелания от наших астрологов. Именно соңғы жағы маған өте қатты ұнап тұр. Выспаться и отдохнуть. Қымбат көрермендер, тағы жұлдыз жорамал бүгін қалай сөйлейді? Бірге білейік, қызық. Тоқта. Өзіңізге және сүйтіңізге арналған бір дәстүр ойлап табыңыз. Бұл қарым-қатынастағы романтиканы арттырады. Бір күнді достармен уақыт өткізуге арнаңыз. Бүгін керемет, жаңалықтар айтылып, идеялар пайда болады. Дауласудан қорықпаңыз, жақын достарыңыз қашанда сізге қолдау көрсетеді. Торпақ. Кон Мари тәсілімен үй жинап көріңіз. Бәлкім бұл сіздің жұмысыңызды жеңілдете түседі. Шопинг жасау үшін достарыңызды немесе отбасыңызды өзіңізбен бірге алыңыз. Бүгін сізге олардың кеңестері қажет болуы мүмкін. Егіздер, жақындарыңыздан көмек алудан тартынбаңыз. Керісінше, олары барынша көмек көрсетеді. Егер сіз ұзақ уақыт бойы спортпен айналысқыңыз келсе, бірақ жаттығу залына көп ақша жұмсап, жаттығуларды жіберіп алудан қорықсаңыз, көп деген спорт залында бірінші сабақ тегін екенін ұмытпаңыз. Сіз бірінші жерге барып, өзіңізге ұнайтын жаттықтырушы мен жаттығу түрін таңдай аласыз. Шаян. Өзіңізге, немесе үйіңізге әдемі зат сатып алыңыз. Балаларға отбасындағы қарым-қатынасын қандай болатынын көрсету маңызды. Ата-ана арасындағы қатынас сыйластыққа негізделген, әрі жылы болса, онда балада осындай ортаны іздейтін болады. Балалардың көзінше қатты айғайлап, дауыс көтермеуге тырысыңыз. Арыстан. Маусымдық сатылымдарға назар аударыңыз. Көңіліңізден шығатын жаңа затты табу ықтималдығы жоғары. Жақсы досыңызбен кездесуді күтіңіз. Онымен қарым-қатынастан ләззат алыңыз. Әр сәтті бағалаңыз. Бикеш. Жұбыңыз екеуіңіз тілектеріңізді бір қағазға жазып, бір-біріңізге тарту етіңіз. Бұл араны жақындастырады. Әрі кімнің нені қалайтыны осы хаттардан ақ білуге болады. Үйіңізді маусымдық декормен сәндеп көрмеген болсаңыз, байқап көруге болады. Бұл сізге және отбасыңызға мерекелік көңілке сыйлайды. Таразы. Кешке компьютер немесе смартфоннан өзіңізді аулақ ұстап, демалуды ұмытпаңыз. Ұйықтар алдында шөп шай ішіңіз. Жақын адамдар сізге алға қойған міндеттеріңізді орындауға көмектеседі. Олардан көмек сұраудан қорықпаңыз. Сары шаян. Басшылық әріптестеріңіздің біріне тәлімгер болуды ұсынуы мүмкін. Дайын болыңыз. Бас тартпаңыз. Бұл сіздің мансабыңыздағы жақсы әсер ететін жағымды тәжірибе болады. Бүгін достарыңызға ұсақ түйекке бола шағымданып мазасын алмаңыз. Олардың өміріндегі қиындықтар сіздікінен анағұрлым күрделі болуы мүмкін. Мерген. Кешке достарыңызбен кездесуді жоспарламаңыз. Бүгін жұмыстан кеш шығуыңызға тура келуі мүмкін. Жалғыз басты жандарға еш уайымдаудың қажеті жоқ. Егер сүйіктіңізді таба алмай жүрсеңіз, онда қаймықпаңыз. Әр нәрсенің өз уақыты бар. Тағдыр сізге қажетті адамды тауып беретіні анық. Күтпеген уақытта көптеген адамға жолығуыңыз мүмкін. Тау ешкі.
егер сіз ұзақ уақыт бойы өз бойыңызға салауатты өмір салтын сіңіргіңіз келсе, дәл қазір бастаңыз. Күні бойы су ішуді еске салатын қолданбаны орнатып алыңыз. Ең жақсы суреттеріңізден коллаж жасап, бөлмеңізге іліп қойыңыз. Өміріңіздегі бақытты сәттер мен қымбат жандарды құралған суреттерді қараған сайын көңіл-күйіңізде көтерілетін болады. Суық ұйғыш. Сүйіктіңізбен арадағы құмарлық сезімін қайтару, романтикаға қайта бой алдыру мүмкіндігі зор. Достарыңызға тәуелді болмауға тырысыңыз. Олардың өз өмірі бар. Оларда сізбен сөйлесуге уақыт пен күш-жігер жеткіліксіз болуы мүмкін. Балықтар. Бүкіл отбасымен табиғат аясында уақыт өткізіңіз. Пикникке барыңыз. Күніңізді жоспарлауға уақыт бөліңіз. Өзіңізді көп жұмыспен жүктемеңіз. Бәрібір бұл күн нәтижелі болмайды. Жұмысқа дейін қойып ләззат алыңыз. Қатарымызға енді қосылып жатқан көзқарақты көрермендер, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Естеріңізге саламыз, біз тікелей эфирде қызмет атқарудамыз. 25-25-05 телефон арқылы бізге хабарласып, жақындарыңыздың жанын жадырататын жақсы жаңалықтар болса, құттықтауларыңыз болса, арнасаңыздар мархабат. Дәл осы ретте бізге WhatsApp желісі арқылы өздерінің туған күн мерейтойларымен құттықтап жатқан тілек иелерінің тілектеріне кезек берсек. Шалабаев Оралбай бүгін 60 жасқа толған мерей тойын тойлап жатыр екен. Шын жүректен құттықтаймыз. Алар асуларыңыз, бағындырар белестеріңіз барлығы алда. Бала шағаның қызын көріп араларында аман есен толастамай жүре беруіңізді тілейміз. Тілек білдіруші класстастар. 65-ші жылғылардың басқа кезеңі дейді. Және де жақын арада жуырда ғана 60-қа толған Қалел дейтін есімді мырзанында туған күнімен құттықтап жатыр. Құттықтаушылар Досымжан, Маркен, Гүлжиян және арасында Қалел де бар. Біз де осы тамаша ізгі тілектің қатарынан қосыламыз. Тілекке тілек жалғасын деп өзіміздің бүкіл ұжымның атынан, Көкше телеарнасының атынан шын жүректен құттықтаймыз. Туған күніңіз құтты болсын. Да, поздравляем вас. Следующая прекрасная песня специально для вас.
жауап жоқ сансыз сұраққа. Өзімді іздеп кеттім ауылдан жыраққа. Ғашық болсам да қаланың айлы кешінен, ауылда туған жетпейді екен бірақ. Ауылыма сада әппақанды тұнық кешінді, алмамағы өзіңе бағы. Құлыпсағымды іздеймін бала, балдың шаңы. Ауылыма сада әппақанды тұнық кешінді, алмамағы өзіңе бағы. Құлыпсағымды іздеймін бала, балғын қадірменді көрермен, эфирде көкшенір таңғы таңғы көңіл ашар бағдарламасы біз тікелей эфирдеміз. Бізге студияға хабарласып, құттықтауларыңыздан саңыздар болмаса, бізге әр түрлі қонақтар, меймандар келеді, соларға арнаған сұрақтарыңыз болса, мархабат. Да, дорогие телезрители, сегодня у нас в гостях Маргарита Рыбина, действующий психолог Акмолинского центра профилактики ВИЧ. Добро пожаловать в студию. Как ваше настроение? Все замечательно. Доброе утро. Неожиданный такой приятный опыт. Очень интересно побывать у вас, поделиться именно своей работой, рассказать о своей работе. Тем более это максимально актуально в преддверии 1 декабря, дня борьбы со СПИД. Мы вас вкратце представили. Можете о себе подробнее рассказать? Ну, я работаю психологом, работаю в Акмолинском центре профилактики ВИЧ, работаю с ребятами, кто уже знает о своем статусе ВИЧ-инфекции, помогаю справляться с эмоциональными кризисами, которые возникают на фоне того, что люди узнают о своем статусе, о своем заболевании. И я думаю, для многих это понятно, потому что до сих пор ВИЧ-инфекция – это такое пугающее заболевание, стигматизированное. И зачастую люди достоверно не владеют информацией, его общее население считает, что это какие-то маргинальные группы чаще всего болеют и не понимают о том, что сейчас заболевание уже вышло в общие слои населения, и люди боятся, на самом деле и сами боятся того, что им поставили такой диагноз, и окружающие боятся этого заболевания. Поэтому вот здесь вот возникают вот эти напряженные моменты, с которыми и необходимо справиться человеку, который узнает о своем статусе. Давайте немного вернемся в прошлое и расскажите, почему выбрали профессию психолога, почему именно этот? Ну, это, наверное, был очень длинный путь, и не совсем про психологию. Вообще, в помогающей сфере я достаточно длительное время, 10 лет я работала в Акмолинском центре, центре ЗОЖ, Акмолинский областной центр ЗОЖ, и тогда мы работали с населением по профилактике различных заболеваний и поведенческих факторов. И, наверное, тогда у меня была задача в большей степени помогать населению и помогать людям оздоровиться именно телесно. И постепенно пришло понимание, что очень много проблем со здоровьем и вообще очень много сложностей в жизни человека в большей степени связаны все-таки с их какими-то психологическими проблемами. Ну и тогда, наверное, возникло желание все-таки работать в сфере психологии. И уже 9 лет я являюсь активным практикующим психологом, ну и 7 лет я работаю в Акмолинском центре СПИД. Вот часто бывает такое, когда люди приходят со своими проблемами, а потом после них начинаешь загружаться. У вас есть такое, что я сама?
Да. Ну, в начале практики, конечно, да, это было всегда, когда ты проживаешь вместе с человеком их кризисы и пытаешься найти вместе выход. Ну, с практикой, наверное, уже в большей степени сейчас мне удается справляться. Ну и, естественно, я сама посещаю личную психотерапию для того, чтобы как-то понимать, в чем мои сложности конкретные, когда я работаю с этими ребятами. Но на самом деле каждый новый случай – это всегда что-то уникальное. Даже если проблемы похожие, все равно приходится какие-то новые пути искать для того, чтобы помочь человеку. А часто ли вы повышаете свою квалификацию? Ежегодно. Ежегодно. Я самостоятельно обучаюсь. Для меня это, ну, я в принципе в процессе обучения нахожусь всегда, и для меня это очень важно. И для меня это интересно. Здесь больше не про профессию, а больше про какое-то внутреннее личностное развитие. Вот на данный момент вы в курсе всего, да? Расскажите, как обстоят дела у нас в Акмолинской области? С заболеванием? Да. Ну, это, наверное, не я должна рассказывать про статистику и про ситуацию касаемо ВИЧ-инфекции. Но могу отметить, что рост все-таки есть. Ежегодно люди выявляются в самые неожиданные моменты. И, как я уже говорила, что сейчас зачастую выявляются люди из общих слоев населения, когда даже не предполагают о том, что у них может быть ВИЧ-инфекция. И вот тут вот очень важно работать с населением по снижению стигматизации, к формированию, с формированием понимания, прошу прощения, с формированием понимания, что ВИЧ-инфекция – это не что-то такое пугающее, страшное, требующая изоляции людей со статусом, а что это всего лишь хроническое состояние, управляемое состояние, с которым люди могут полноценно жить неограниченно долго, полноценной жизнью, не меняя образ жизни свой даже. Это не то заболевание, которое требует изменения поведения, но все-таки требует осознанного лечения, осознанного подхода к лечению, и тогда жить можно неограниченно долго. Вот такой вопрос. Вот вы сказали, люди, которые не предполагают то, что они вот заболели, да, этой болезнью, а симптомы какие-то выявляются, человек как может понять, что у него есть такая болезнь? Ну, на самом деле считается, что ВИЧ-инфекция – заболевание бессимптомное. То, что пишут в интернете, вот на моей практике, не всегда подтверждается. То есть бывает такое, что люди просто приходят добровольно обследоваться, утверждая, что у них есть симптомы, которые они прочитали в интернете. Ну, там повышенная температура длительное время, похожие на ОРВИ какие-то симптомы, иногда диарея. Ну, то есть там масса различных симптомов, которые описываются. Но зачастую в процентном соотношении очень мало людей, даже те, кто действительно был со статусом ВИЧ выявлен, зачастую не имеют никаких симптомов. То есть поэтому очень важно проходить добровольное обследование. Для этого мы организуем профилактические акции, в рамках которых можно добровольно пройти обследование через экспресс-тестирование. То есть это доступно, это бесплатно, это максимально быстро, удобно, и человек может узнать, если вдруг такая ситуация сложилась, узнать заблаговременно о том, что есть проблема, и начать лечение, что позволяет сохранить здоровье человека. А часто ли нужно сдавать такие экспресс-тесты для того, чтобы быть уверенным, что вот не существует эта инфекция в организме? Ну, на самом деле, про пути передачи, я думаю, всем известно. И, соответственно, если человек молод, если человек активен, если у него есть активная интимная жизнь, так сказать, то, соответственно, рекомендовано не реже, чем раз в год сдавать анализ на ВИЧ-инфекцию. Вот в случае выявления данной болезни, вот работа психолога к этому сразу прилагается, или люди сами находят и сами обращаются? Нет, конечно. Если человек уже выявляется со статусом ВИЧ-инфекции, в обязательном порядке ему предлагают психологическую помощь кризисную и дальнейшее сопровождение. То есть у нас все ребята, кто стоят на учете, имеют возможность обращаться к психологу за психологической помощью. Уже, в принципе, потом
после того, как они узнают о своем заболевании, они могут обращаться к психологу не только со своим состоянием, связанным с заболеванием. Они могут решать свои какие-то личностные проблемы, уже впоследствии сформированные после того, как узнали о ВИЧ-инфекции. Потому что какие возникают сразу масса препятствий. Это построение отношений, это страхи рождения детей, это раскрыть статус своему партнеру, либо в семье обсуждать, не обсуждать этот вопрос. Это опасения за свое состояние здоровья, это какие-то сложности при трудоустройстве. Иногда возникает сопротивление у человека с ВИЧ-инфекцией. Он считает, что он не может никуда трудоустроиться, что его нигде не возьмут, что ему будут везде отказывать, и это тоже проблема. Ну и иногда бывают такие кризисные моменты, когда действительно требуется помощь в том плане, что, как я уже говорила, население еще не информировано настолько, чтобы спокойно воспринимать людей со статусом ВИЧ как часть существующего в жизни. И вот буквально недавно был у нас такой случай, когда на работе кто-то каким-то образом, в общем, работодатель узнал, что у одного из сотрудников есть ВИЧ-инфекция, и там началась дискриминация, поднимали вопрос о том, что тебе, наверное, нужно уволиться, и вот это тоже проблема. Вот с этим в большей степени сейчас нужно бороться. Не столько, наверное, чтобы повышать информированность самих людей, у которых уже есть ВИЧ-инфекция, и рассказывать об их правах, а сколько готовить население к тому, что ВИЧ-инфекция – это не что-то катастрофическое, что это, к этому можно спокойно относиться. И вот это, наверное, в большей степени сейчас моя какая-то личная внутренняя миссия – донести до людей, что ВИЧ-инфекция – это, ну, не могу сказать, что это норма, но это заболевание, которое не является таким опасным для общего населения. Мне кажется, вот со времен школы часто проводят такие беседы психологи, медицинские работники, и они, мне кажется, вводят людей в такое заблуждение, и поэтому это звучит очень устрашающе. Да, если углубиться, получается, это не такая уж и страшная инфекция. Конечно, конечно. Что мы помним, вот сами, если подумать, что мы помним о ВИЧ-инфекции, что нам рассказали в школе? С чего начинают они? Да, ну вот это вот, что это все, ВИЧ – это смерть, и все это то, что оседает в голове. И когда человек приходит, когда он узнает о своем статусе, конечно, это первое, что приходит в голову, что если у меня ВИЧ, значит, завтра я умру. И вот здесь вот нужна очень длительная работа для того, чтобы поменять в сознании самого человека, что твое тело на самом деле уже научилось жить с ВИЧ-инфекцией, сейчас тебя пугают только мысли. То есть это мозг сейчас вот эту катастрофическую работу над тобой проводит. Ну да, действительно, до сих пор преподносят некорректно. И, ну вот, возвращаясь к своему опыту работы, как раз-то, когда я работала в центре ЗОЖ, мы проводили такие работы, но, к сожалению, вот с 2018-го, с 2017 года областного центра ЗОЖ как такового не существует, и не могу сказать, как сейчас работа проводится, но точно знаю, что значительно снизилась профилактическая работа в этом направлении. А вот скажите, пожалуйста, сколько времени потребуется вот объяснить человеку, чтобы он смирился и понял вот суть, что это не страшно, что с этим можно жить и вылечить это? Ну, вылечить невозможно, потому что ВИЧ-инфекция даже на сегодняшний момент заболевание неизлечимое, но заболевание управляемое. То есть есть антиретровирусные препараты, которые позволяют качественно улучшить жизнь человека, остановить развитие, размножение вируса в организме и, соответственно, не приводит к какой-то губительному состоянию на уровне физического тела. Но если говорить о самом принятии статуса с психологической точки зрения, как любой эмоциональный кризис, проходит в 5 стадий. И, соответственно, у всех индивидуально. Кто-то очень быстро проходит принятие и осознание того, что, ну, как бы со мной все нормально и ничего не происходит катастрофического. Кто-то до полугода, до года вот в этом состоянии находится, снова возвращается, задает одни и те же вопросы, снова и снова говорит о том, что вот, а как мне дальше жить, а вот что теперь делать. И нужно длительное время, все индивидуально, поэтому, ну, все проходит по-разному.
Угу. Получается, вы консультируете только индивидуально, да? Конечно, конечно. Угу. Иногда бывает, но как бы я сама очень активный участник сообщества. И именно вот республиканского сообщества я работаю с ребятами и контактирую с ребятами не только в нашем городе, но и по всей республике. И в принципе, иногда я провожу какие-то онлайн-тренинги для ребят, в доступе они могут обращаться, подключаться, какие-то вопросы мы обсуждаем. Мы проводим группы взаимопомощи, то есть когда ребята могут вместе встретиться, поговорить, обсудить вопросы. Ну и в большей степени, конечно, индивидуальная работа. Относительно, вот если говорить о группе поддержки, о группе взаимопомощи, к сожалению, у нас очень город маленький, и ну, ребята очень боятся, что это может как-то повлиять на них, кто-то может об этом узнать. А вот если говорить о больших городах, допустим, Астана, Алматы, там активное сообщество, там активные группы поддержки, и я иногда в таких мероприятиях участвую, и ну, там ребята ходят, и там действительно это помогает им, это очень помогает. В особенности на начальном этапе, когда человек только узнает о своем заболевании, ему очень важна поддержка сообщества, понимание, что есть другие люди, которые уже прошли эти этапы, которые уже умеют с этим жить, которые понимают, что ничего не происходит ужасного и что на самом деле можно жить полноценной жизнью. А вот в дальнейшем вы бы там хотели консультировать именно по данным темам, или вы хотели бы что-то новое для себя? Ну, наверное, любой специалист стремится к какому-то профессиональному росту и развитию. И, конечно, работа с населением – это очень интересно. Работа не с кризисами, а с какими-то личностными потребностями, проблемами – это очень интересно. И я думаю, в этом направлении я в любом случае буду развиваться. А вот расскажите, вы как-нибудь, возможно, продвигаете свою деятельность через социальные сети? Сейчас можно часто встретить о том, как психологи советуют другим, например, через видео. У вас такого нет? Ну, в этом плане, честно признаться, я, наверное, немножко лентяй. И я не веду соцсети, в большей степени это сарафанное радио. То есть те, кто работал со мной, рекомендуют меня как специалиста, и уже дальше происходит вот такая вот деятельность. Ну, вот в рамках через проекты, когда одни неправительственные организации рекомендуют меня как специалиста другим, вот, наверное, в большей степени, но это тоже скорее как сарафанное радио. Вот как-то. А участвуете ли вы в каких-нибудь конкурсах, мастер-классах, где среди психологов? Бывает же такое? Честно, очень много работаю, и вот этом плане, да? Совсем не хватает времени, потому что я прям активной деятельностью занимаюсь, и очень много работы. К сожалению, нет. Ага, потом вы это привели пример, то, что на работе узнали случайно заболевание, потом попросили уволиться. А насколько это законно? Есть ли какая-то защита, вот, чтобы пациент мог бы опереться и не ущемляли его? Да, на самом деле на законодательном уровне все права защищены у человека. Но проблема в том, что ребята до последнего, ну как бы достоверно же никто не может сказать, что вот у тебя точно ВИЧ-инфекция. Больше это же нам сказали, что вот у тебя ВИЧ-инфекция. И может быть лучше бы ты взял бы и уволился. Либо предоставил какую-то нам информацию о том, что это не так. Ну и естественно, вот если говорить вот о этой сложившейся ситуации, там вот это кто-то было случайное разглашение, никто не знает, как это произошло. Человек отрицает сам, что у него ВИЧ-инфекция, говорит, нет, вы не имеете права требовать с меня какие-то документы. И вот пока на этом уровне это все и осталось. Ну, а вообще, да, если человек готов открыто сказать, да, у меня статус, и уже дальше работать с юристом в этом направлении, всегда права будут защищены. Но не каждый на это соглашается. Чаще всего, даже если поднимается вопрос о умышленном инфицировании, допустим, если партнер скрыл
что у него есть статус ВИЧ-инфекции, и инфицировал, даже в этом случае не подают, не пишут заявление. Ну, как бы с этим живут, считают, чувствуют себя преданными, но при всем при этом не обращаются никуда в правоохранительные органы, не пишут заявление. Поэтому, к сожалению, вот здесь вот, вот до сих пор из-за того, что боятся стигматизации, дискриминации, боятся разглашения, боятся, что это сильно повлияет на жизнь, просто с этим живут, и это тоже кризис, это тоже проблема. Угу. Можете поделиться своими целями и планами на будущее? Возможно, чтобы сейчас разрабатывать какие-то проекты, возможно, у вас есть? Ну, на сегодняшний момент вот активно взаимодействую с активистами, с девочками-активистами по республике в направлении оказания психологической помощи именно женщинам. Ну и как бы, наверное, вот сейчас это наибольшее мое вложение именно в помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Вот, ну, это на ближайшее время. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, поделились опытом. Мы, мне кажется, даже с другой стороны посмотрели на эту инфекцию, да, потому что реально для нас было это такое более устрашающее что-то, потому что с детства, не с детства, а со школьных времен нам привязали вот такое мнение. Да, если да, у вас да. есть какие-то пожелания, поздравления, возможно, вы хотите какие-то советы дать нашим телезрителям, пожалуйста. Благодарна за приглашение на данную встречу и напоминаю о том, что в преддверии дня борьбы со СПИД каждый из наших членов, наверное, общества должен позаботиться о своем здоровье, задуматься о том, что же происходит сейчас в его жизни, какие, возможно, кризисы происходят и требуют ли они каких-то решений. Ну и обследование – это всегда актуально. Мы всегда ждем, это бесплатно, это конфиденциально, и в кратчайшие сроки вы можете узнать о своем состоянии здоровья. Жақсы, рахмет. Көзқарақты көрермендер, енді таңның атысымен айтылатын әңгіме болмаса да, дей тұрғанмен осы туралы әртүрлі ақпараттарды біліп жүрген сізге абзал. Рұқсат болса, қонағыңызбен қоштасайық, сіздің құрметіңізге керемет әсем әнді арнаймыз. Сені еске салып береді бірінші әрі.
Доброе утро тем, кто только подключился к нашей программе. Наступили холода и часто задаешься вопросом, что же надеть. Сейчас, тем более, такой период, когда люди начинают заболевать из-за того, что легко одеваются. Думаю, наши телезрители тоже задаются часто этим вопросом. Да, дорогие телезрители, о том, как выглядеть модно, тепло, стильно, узнаете в следующей рубрике. Сөмкелер кезгелген көрініске аздап даралы қосудың тамаша тәсілі. Сөмкелер былғары, кенеп, тіпті пластмасса сияқты түрлі материалдардан тұрады. Сәндік аксессуарлар кезгелген киімге ерекше және жеке әсер қосудың тамаша тәсілі. Олар сіздің жеке стиліңізді білдіру, мәлімдеме жасау немесе көрінісіңізге аздап көңіл көтеру үшін пайдалануы мүмкін. Я қатарымызға енді ғана қосылып жатқан жандарға қайырлы таң, сәрсенбінің сәттілігін берсін, естеріңізге саламыз. Экранда көрсетілген телефон номер арқылы бізге дәл қазір звондап, ақжармақ тілектеріңізді, құттықтауларыңызды жаудырсаңыздар болады. Да, дорогие телезрители, у нас существует республиканский проект «100 новых лиц Казахстана». Я думаю, то, что все люди, которые вкладывают в Казахстан какие-то свои силы, да? Да. Мне кажется, они заслуживают быть в этом проекте. О новых лицах Казахстана узнаете в следующей рубрике. Алгорик. Рустем Абдрашев – казахстанский кинорежиссер, сценарист, художник и продюсер. Родился в 1970 году в Алматы в семье известного казахского поэта Жарахскана Абдрашева. Мать Назигуль Мергенбаева, филолог, педагог, преподаватель казахского языка. В 2004 году вышел «Остров Возрождения», первый полнометражный игровой фильм режиссера, снятый по мотивам поэзии Жараксана Абдрашева, который получил международное признание и был отмечен различными призами на кинофестивалях мира. Фильмография режиссера славится такими картинами, как «Подарок Сталину» 2008 года, «Остров Возрождения» 2004 года, «Жизнеописание юного аккордеониста» 1994 года, «Голубиный звонарь» 1993 года и «Дикий Восток» 1993 года. Құрмет көрермендер, бізге WhatsApp желісі арқылы тағы да керемет жүрек жарды құттықтаулар келіп жатыр. Соның біреуіне кезек беруге рұқсат етіңіздер. Көкше елінің маңдайына біткен жарық жұлдыз, өзі асаба, сегіз қырлы, бір сырлы, жігіт керемет, дос, аяулы жар. Ақыл дос есімді азаматты кезекті туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Барша достарының атынан, дейді, достарыңа сыйлы, ата-анаңның үмітін ақтап, арасында аман есен жүре бер, бала шағаңның қызығын көр, дос, дейді. Иә, ақыл досты бізде өз кезегімізде туған күнімен құттықтаймыз. Жылдан жылға, жастан жасқа жете берсін. Ойға алған ойлары, алға қойған арман мақсаттары баршасы орындалуына тілектеспіз. Және ұжым атынан, телеарна атынан керемет әнді сіз үшін ұсынамыз. Алматылықтардың құрметіне осы әнді арнаймыз. Тартатып мүлді ойламай Толқынды сез музыкамен сені аймалай Қайтан Өзіш, өгірек
айт так тоқ парай шелеге бір қарай біз екеміз өзімізді таптамай ақтық сөйле ұттамай күштің басын тоқтамай. Доброе утро тем, кто только подключился к нашей программе. Хотим напомнить вам, что до конца нашего эфира остались считанные минуты, и у вас все еще есть возможность поздравить своих родных с праздниками. Вы можете написать на номер, который видите на экране, а мы, в свою очередь, поздравим в эфире. Я, хабарласыңыздар, құттықтаңыздар. Таңның атысымен біреуге жақсы көңіл күй сыйлау, ол да бір сауапты іс. Ал енді кезекті мен кино таймайдарына бергім келіп отыр, Мадина. Мен енді жалпы өзім қазіргі таңда көп кино көретін уақытым да жоқ. Сонымен қатар соңғы рет кинотеатрға қашан барғаным да есімде жоқ. Ал сен ше, енді сен нәзік жан ретінде сені жиі киноға шақыратын шығар? Если честно, у меня даже у самой нет времени ходить в кино, но очень-очень хотелось бы, даже в выходные дни не успеваю. А вот сейчас қазір әлеуметтік желіде, ТикТокта болсын, көптеген қазақ киноларының тизерлері жүріп жатыр. Сен қандай премьераға барғың келер еді? Самые последние премьеры, которые были, вот казахстанские фильмы мне все нравятся абсолютно, где присутствует юмор, чтобы поднять себе настроение и не грузиться. Я енді қазіргі таңда қазақ кинематографиясының тынысы кең ауқымда жаңа бір бағытқа дамып келе жатыр. Енді ең бір жақсы көретін тақырыбы қазіргі біздің отандастарымыздың комедия жанры. Соның қатарында көптеген киноларға барғымыз келеді. Ал біздің әріптестерінде дайындаған дүниесі бар, кеңесі бар беретін бір сәтті назар салайық. «Путь домой» – семейный фильм режиссера Чарльза Мартина Смита. Главную роль озвучит Брайс Даллас Ховард. Во время прогулки парень по имени Лукас находит очаровательного бездомного щенка и решает забрать его домой. Четвероногий друг, которого назвали Беллой, необычайно понравился домочадцам, хоть и невольно изменил привычный уклад, но с ее появлением в семью пришла радость. Повзрослев, собака начала помогать хозяину в работе. Юноша брал ее в реабилитационный центр, где она, как могла, старалась утешить и развлечь людей, попавших в беду, заставляя их улыбаться и забывать о собственных несчастьях, боли и травмах. Однажды, когда Лукас находился на работе, Белла увидела на окне белку и, погнавшись за ней, не заметила, как увлеклась и заблудилась. Лукас ее нашел, но Беллу все-таки забрали в приют. Если Беллу повторно поймают, ее могут усыпить, поэтому Лукасом было принято решение переехать в другой город. Он отдал собаку тете своей девушке, пока не найдет дом в этом городе. Но Белла очень скучала и чувствовала, что человек, которого она любит, грустит, печалится и верит в ее возвращение. Поэтому она сбежала. Преданному зверю предстоит преодолеть огромный путь, оказаться на волосок от смерти, спасти человеческую жизнь и завести новых товарищей среди представителей животного мира. Ее хотели приютить хорошие люди, но она понимала, что должна идти, какой бы долгой и опасной ни казалась ее дорога. Да, дорогие телезрители, к нам на телефончик пришло поздравление. Сегодня день рождения отмечает Азат. С днем рождения. Пусть в жизни будут только удача, мир и радость, чтобы каждый новый день был праздником. И пусть мечты обязательно станут реальностью. От ваших коллег. Көріп отырмын, Азат дейтін есімді жігітті жалпы өзім таным. Өте жақсы жігіт, басы бос, бойдақ. Енді жаңа жасымен бірге үйіне жаңа келін әкелсегенде баршамыз тілеп отырғанымыз бар енді. Рас, армандар орындалсын, жастан жасқа жете берсін. Үйлену керектігін де ұмытпасын. Ендеше керемет әсем әнді арнай отырып, Азатты айтулы күнімен құттықтаймыз.
Я қымбатты көрермендер, кезекті тамаша тағы да бір айдарымыз. Тағымен бірге салт санамызды жаңғыртайық, салт дәстүр айдары. Тамашалаңыздар. Свадьба у армян – это очень большой праздник. Ее церемониал включает сговор, обручение и само свадебное торжество. Сегодня уже и жила себя традиция гулять, как говорится, 7 дней, 7 ночей. Хотя раньше гуляли именно так, всем селом. Гостей на армянской свадьбе действительно много. Про гостеприимство армянского народа знают во всем мире. По любому случаю радости и счастья обязательно надо накрыть стол там, где у тебя есть близкие люди. В доме, на работе и так далее. Обязательно нужно покушать. Если ты не сделаешь этого, то ты не желаешь счастья. Чем чаще накрываешь стол, тем больше тебе вернется, искренне считают армяне. Похоронные традиции в Армении уходят корнями в древние представления о смерти и загробной жизни. Многие армяне верят, что судьба каждого человека предопределена и записана она невидимыми чернилами на лбу всех пришедших в этот мир. В Армении это понятие судьбы называется чекатагир. Согласно местным поверьям, в день смерти с небес на землю спускается ангел, чтобы забрать душу, которая покидает тело с последним вздохом человека. Қымбатты көрермен, сәрсенбінің таңына арналған шығарылымыз өз мәресіне келіп жетті. Бейсенбінің берекелі таңында жолыққанша аман сау болыңыздар. На этом наша утренняя программа подошла к концу. Желаем вам отличного настроения и хорошего дня. Пусть сегодня произойдут только замечательные события. Увидимся с вами завтра в 8:00 на телеканале Кокше. Судың керек екенін, шөл дегенде ғана білесің. Жалу керек екенін, жаурағанда ғана білесің. Бағала, өмірді бағала, мәңгі деп саныма. Бұл саяхат бірақ қана мезен, қазірден ағалшы бәрін тізе. Күдер өзбе бақытты болуға, өзіңе де келіп жетер кезе. Қараңғыда ғана білесің. Сезім керек екенін, жалғыз болсаң ғана білесің. Бағала, өмірді бағала, мәңгі деп саныма. Бұл саяхат бірақ қана мезен, қазірден ағалшы бәрін тізе. Жасағанда амалдар ұмытпа, бұл берілген өмір алма кезе. Бұл саяхат бірақ қана мезен, қазірден ағалшы бәрін тізе. Күдер үзбе бақытты болға, өзіңге де келіп жетер кезде. Бұл саяхат бірақ қана мезен, қазірден ағалшы бәрін тізе. Күдер үзбе бақытты болға, өзіңге де келіп жетер кезде. Күдер үзбе бақытты болға, өзіңе де келіп жетер кезең.